Все мы знаем историю, что наш любимый Дед Мороз живет где-то в лесу, в деревянной избе, и там вместе с волшебными гномами готовит подарки для детей всего мира. Так вот, это полная чушь. Вы представляете, сколько детей в мире? Думаете, седой старикашка и кучка полуросликов за год смогут их подарками обеспечить? Приходили такие мысли вам в голову? И вы были правы. Все вообще не так. На нашей планете давно существует глобальная корпорация Дед Мороз Presents с филиалом в каждом даже небольшом городе мира. И вот в одном из таких, не самых успешных филиалов, и произошла эта история. Адрес отправителя — Великий Устюг. Посылка из главного офиса. О, может, премию прислали? Хорошо бы. Ой. Ну, вот я и на месте. Ты кто такой? Как это кто? Я топ-гном. Я прибыл от самого! Ой, беда! Ой, уволит! Что же делать? Проверка, что ли? Да чего вас проверять? Вы и так самый отстающий филиал в мире. Я приехал вывести вашу работу на новый уровень! Стали. Ну, рассказывайте. Только честно. Почему вы не справляетесь? Ну, причин много. Глобализация экономики. Удешевление нефти. Да причина одна. Дети совсем обнаглели и заказывают то, что мы просто не можем исполнить. Запомните раз и навсегда. В корпорации Деда Мороза нет слова «не могу». Виноват. Так, ридику отставить. Давайте конкретики. Что из последнего? Лучше написать «дорогой Дедушка Мороз» или «уважаемый». Я «милый» написала. Лучше и то, и другое. Точно. Тогда ему вдвойне приятно будет. Ты неправильно пишешь? Почему? Все-таки «мармелада». Ты написала много «мармелада», а это непонятно. Да, много у каждого свое. Вот я, например, написала 100-500 шоколадок. А, поняла. Подари мне горы мармелада. Опять неправильно. Горы тоже бывают разные. Да-да. Ну, блин. А может, тогда подари мне горы мармелада с дом дяди Паши? Пойдет. Но лучше, как у меня. 100 килограмм сахарного печенья. Да, и сердечко нарисовать не забудьте. Да их что на...
Не то слово. Ох, далеки вы от народа, дорогие руководители. Ну вот, как мы можем это выполнить? Нет таких бюджетов. И поэтому вы ничего не делаете? Совершенно верно. Значит, придется шевелиться. Так, ты идешь и клеишь из картона домик дяди Паши и напиваешь его мармеладом. А ты берешь 100 грамм горького и 500 грамм молочного шоколада в подарок Виталине. Давай, и разбудите сурка этого. А как быть со 100 килограммами сахарного печенья? Тут уже не выкрутишься. Узкомыслишь, клади килограмм. Но это же обман, репутация Деда Мороза под угрозой. Этого мы не допустим. А и в конце, и пиши. Милая София, ты будешь получать такой пакет каждый год. Это же нечестно. Потому что много мучного вредно. Твой заботливый Дедушка Мороз. Выполнять. А я пока дальше почту открывать. Угу. О, это что, флешка? Миллениалы пурга вас замети. Все, начинаем, пацаны. Короче, дед! Поздороваться зовут Дубина. Сам Дубина, ты знаешь кто? Тихо! Привет, Дедушка Мороз, я Витя. Я Захар, это Антоха. Если бы хотел представиться. Ну я представлю, что это такого. А я тебя прошу, что лезешь вечно. Врубали, тихо. Дед Мороз, мы хотели тебе заказать подарков. Как обычно, с доставкой. Прямо под елку. Я хочу новый PlayStation. Самый новый, понял? А я iPhone, последней модели. А я квадроцикл Yamaha за 300 косарей. Фига себе, Антоха, ты разогнался. Вообще офигел, заказывай другое. Не хочу я другое, я квады хочу. Ты дурак, что ли? А ты дебил. А на это что скажете? Да, мне тоже интересно. Нет, ну это вообще... Следуя вашей логике, нам надо кредит лет на 100 взять. Ну, чтобы оборзевших мальчишек порадовать. Нет, кредитов мы брать не будем. Необходимо действовать строго в рамках бюджета. Простите, а как мы на такой маленький бюджет купим такие подарки? Да зачем покупать? Я воровать не буду. Второй раз в тюрьму не хочу. Да к чему такие крайности? Мы просто возьмем это все в аренду на сутки. В аренду? Но ведь это все потом заберут. Да, заберут. Так в чем смысл? А как же безупречная репутация самого? Подарил кто? Дедушка, а заберут злые дяди и тети. Ну это уже не его проблема. Да он чертов гений. Как-никак 20 лет в бизнесе. У самого деда учился. Так, давай, выполняй. Есть еще письма? Девочки, знаете, мне не надо материальных подарков. И украшений не хочешь? Ни капельки. А платье модное? Все это фигня, девочки. А что ты тогда заказывать будешь? Путевку на Мальдивы, что ли? Мальдивы — это клево. Но одной туда ехать не прикольно. Так ты нас возьми. Я бы туда хотела с парнем поехать. Да. Реальным крашем. А что, так можно было? Дед Мороз мне парня подарит. Конечно, он же добрый волшебник. Он все может. Я тоже хочу романтики. И я. Дедушка, принеси мне под елочку любовь всей моей жизни. Ну, такое не купишь. И в аренду не возьмешь. Мне кажется, тупичокс. Да. Ну, надо с дедушкой поговорить про современную молодежь. А можно спросить, а чё нельзя-то? А дед правда существует? Говорят, у него есть двойники. Глупцы! Дед вечен! У него железное здоровье! А вот по поводу Снегурочки? Про личную жизнь деда говорить строго запрещено. Кстати, про личную жизнь.
Обидятся ж девчонки, и в дедушку верить перестанут. Вот слез-то будет в новогоднюю ночь. Слез в новогоднюю ночь мы допустить не имеем права! Антоха! Там твой квадроцикл привезли. О! Смотри! С Новым годом! Все мы понимаем, что счастье — это только мгновение, которая тут же испарится в суете будней. Но мы гоняемся за этим мимолетным ощущением всю жизнь. Нам, людям, это почему-то очень нужно. Как очень нужно верить, что где-то далеко живет добрый и мудрый дедушка, который легко может решить все наши проблемы. С Новым годом, мальчики и девочки!